Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force. Давайте забирать наши награды. Так, 8000 как с куста. Суточка энергии, слушай, это неплохо. Так, 5 карточек забираем. Мартовские, так, что у нас здесь выпадает? Понятно. Материал, естественно, забираем. И семидневка, ну, у нас только начало. Ладно. Отлично, друзья мои. Так, что у нас на почте? Самая опасная награда. Ага, это мы забираем. Все. Так, все прочитано. Ставим и закрываем. Нет, нам это не нужно. Так, припасы. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас с вами накопилось и что мы можем с вами приобрести. Поехали. Ну-ка, покажите-ка, что у нас тут. Ну-ка, секунду. О, золотая сфера. 4 штуки, ё-моё. Дай, пожалуйста, миллион. Пожалуйста, дай мне миллион. Ну, хоть раз в жизни дай мне миллион. Нет, 40 тысяч и 80. Но еще 3 попытки есть. Дай миллион. Угу, губежки раскатил. Ну, а сейчас? Да, елки-палки, одни зеленые сферы падают. Дайте фиолетовую сферу, ну. Нет, не видать, ребят, мне миллиона. Как своих ушей. Ну, ладно, по крайней мере, мы имеем с вами 3,5 миллиона. Хотя бы так. Давай зайдем сюда, посмотрим, что у нас тут. А, ну это понятно, это сферы. Открываем. В принципе, вот этот материал неплох. Но он синий, редкий. Мне нужны эпические шмотки, а не редкие и необычные. Так, здесь мы с вами забрали все. Так, посмотрим теперь, что у нас тут. 890. Давай-ка мы с тобой, наверное, приобретем что-нибудь. Так, что у нас с Гаморой? Вот, вот. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Так, у нас 390, нам не хватает. Давай посмотрим теперь здесь. 875, отлично. Так, друзья мои, Дэдпул у меня прокачан по фулке. Ну, я имею в виду именно по... Как это сказать-то? По звездности, не по звездности. В общем, короче, нужно ему теперь просто поднимать рейтинг. Рейд повышать. И вот теперь сижу и думаю, кого дальше мне? Джаггернаута, может быть, прокачивать? Ладно, пускай Джаггернаут будет. Так, сферочки. Все, вроде бы больше у нас здесь ничего нету. По звездочкам у нас что? По звездочкам у нас ничего. Можем посмотреть, кстати, по припасам. 27, да? Мы можем с тобой потратить куда? На гонщика, на... Только на гонщика и все, что ли, получается? Ладно, я не буду здесь пока тратить. Это ни к чему. Давай откроем с тобой обычные сферы. Базовые. Так, ерунда. Ага, Vision. Ну, Vision, это нормально, это нормально. Так, теперь, ребят, давайте начнем, наверное, с ежедневочек, да? Будем выполнять их. Так, выиграть 2 боя на арене, участвовать в 3 миссиях. Это мы сейчас быстренько с тобой сделаем. Кстати, и будем сегодня приступать к прохождению 7-го, ребята, эпизода. Так что, ну, давай, наверное, мы с тобой здесь сделаем автопобеду, да? На 80 очков потратим, 80 энергии. Всего 2 карточки нам выпало. Забираем. Кстати, сегодня будем открывать новых героев. Ну, новых героев, я имею в виду, которых у меня нету. И будем проходить с вами вот 7-ю миссию. Ее надо было уже давным-давно, на самом деле, проходить. Но я специально ждал вот этой серии, чтобы сегодня мы открыли и персонажей, и начали уже прохождение. Так, что у нас там надо? 3 миссии команды героев. Так, кого бы мне надо? Давай вот здесь, наверное, сделаем. Так, тратим. И получаем. Сколько дадут? 4 штуки. Ну, неплохо, неплохо. Забираем награду. Так, пройти 2 испытания, купить припасы. Давай с тобой купим припасики. В самый низ. Погоди-ка секунду. Опачки. Опачки. А ну-ка. Иди-ка, роднуша, я тебя давно хотел получить. Эльза Блэдстоун. Наконец-то, ребята, наконец-то у меня. Значит, сегодня на нового персонажа мы откроем больше. Это круто. А ну-ка, давай мы здесь с тобой все приобретем. Все, что нужно и не нужно. Так, посмотрим здесь. Сколько? Так, одна штука. Давай, конечно, купим. Это 46, не нужно. Тут 23. Перебьемся.
219, 44. Ой, тут вообще 1500. Ага. Слушай, ну это надо, надо обязательно. Так, 16. Перебьемся, я думаю. Так, 15 вот здесь приобретем. Да, ай, 3200. Куда, елки-палки? 80. О, вот это надо будет приобрести. Хорошо. На запас, грубо говоря, беру. Так, это мне не нужно. 100... А почему так дорого? У меня их целая куча, а они 120 тысяч стоят. Ну, это бред, мне кажется, ребят. Вот это тоже, да? Данный предмет пока никому не нужен. Но это понятно. Это, по-моему, у нас идет превосходный материал. Ладно, я возьму на запас, ребята, на запас. Потому что, когда тебе нужно, никогда их не будет. Поэтому пока есть возможность. И деньги пока есть, ребята. Я поэтому себе и позволяю это все. Все покупаем. Превосходные материалы. Так, это у нас тоже превосходная. Одна штука всего лишь. Тут 32, это терпимо. Ну и вот это, ребята, берем. Все. Что у нас тут? Опять какая-то сфера накопилась. А, ну это базовая. Ну давай посмотрим, что мне в базовой выпадет. Понятно, сокол. Ну, вроде бы все, да? Давайте заберем, наверное, наш ревард. Пройти два испытания. Так, тренировать персонажа. Давайте заодно и откроем наших новых персонажей. Ребят, во-первых, я вербую Тора. Наконец-то я на него накопил. Елки-палки. И все, что ли? Что так жизненько-то, господи? Всего две звездочки. Ну, раз он свеженький, давай тогда, наверное, мы его сразу и прокачаем. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. Какой там у него уровень? До 35-го. Качнем его. Окей. Так, 35-й уровень. И сразу же, наверное, мы на него оденем шмотки. Улучшим. Это первое улучшение. Сразу заодно и выполним, так сказать, задание. Вот эти вот, так, уровень 40% к урону по основной цели. Давай сразу еще улучшаем. К урону по основной цели. Это нифига, он сколько там будет урона бомбить. Тут 40, там 40. Это уже более 120%. Что-то как-то они, по-моему, перебарщивают. Ну что, вроде бы с Тором у нас все. Ну что же, Эльза Блейдстоун, добро пожаловать в команду. Вербуем, конечно же, вербуем. Тут прогрузка у нас еще идет, да, какая-то. Так, ну у нее хотя бы две звезды и третья уже на подходе. Прикольная, прикольная чика. Ничего не могу сказать. Так, ну ее тоже нужно тренировать. И ей, наверное, я все-таки чуть-чуть побольше сделаю. Наверное, вот уровень... Ать! 34-й, ладно, так уж и быть. 34 уровень. Так, и, к сожалению, чего-то не хватает, да? Ловкий выстрел. Это 20% к урону по основной и дополнительным целям. Воу. По основной и по дополнительной цели. Это круто, на самом деле. Офигенные пушки. Это что дает у нас? Проводит бонусную атаку, нанося 35% проникающего урона. Ого. Найс. Так, я еще могу, да, прокачать. Проводит до двух бонусных атак. А тут уже будет до трех. Нифига у них тут бонусных атак. 5 бонусных атак будет. Обалдеть. Что же тебе нужно здесь, а? Радость ты моя. Какой элемент? Ага, понял. Понял, что тебе надо. Ну, давай попробуем вытянуть. Давай где-нибудь с персонажем, если что, да? Вот давай с палачом. Так, энергия есть? Есть. Давай, вытащим. Отлично. Вытянули. Использовать все. Улучшаем. Я, ребята, ей не играл. Я даже понятия не имею, что она из себя представляет. Но я думаю, что эта девчуля будет классная на самом деле. Так, ну что, переходим к следующим персонажам. И это у нас Хелла. Да, красотка ты моя. Вербуем. Тоже за нее не играл. Ну, надеюсь, она хороша. Ну, жалко, что, конечно, только две звездочки. Значит, черный клинок и управление нежитью. Если я не ошибаюсь, она может призывать к себе на помощь именно нежить. И у меня сразу же новый ранг для нее подоспел. Во, уже что-то, уже что-то. Три звездочки, это хорошо, ребята. Это очень классно. Ну, я думаю, что ее я повышать по уровню пока не буду. И у нас, ребята, следующая, это боевая машина.
Это друг Железного Человека, ну, наверное, все помнят, да? Так, ну что же. У него тоже две звезды, но красные, это хорошо. Рельсотрон и ракетный комплекс. Вот такие у него навыки. Ничего я ему пока не буду ставить. Как бы не горит, на самом деле. И заразитель АИМ. Это последний персонаж, который мне нужен был для фулки. То есть у меня вся команда собрата. Вербуем. Да, долго я на него копил, на самом деле. Ёлк-палк, три звезды, и две из них красные, это хорошо. У него укол и биологическая опасность. Вот так вот. Очень хорошо, ребят, очень хорошо. Самое главное, что мне сегодня... Оу, ты смотри, а, гаморочка, ну конечно же, давай новый ранг. Давай новый ранг. Ой, круто, еще одну звездочку, это будет уже фулочка. По звездам, там остается только лишь прокачать ей до красных звезд, и будет все четко. Ну что же, вроде бы пока и все. Давай я посмотрю, чтобы лишний раз убедиться. Кстати, мы можем на Громилу Кри. Ага, не выйдет. Думал, можем забить ему все ячейки, у нас все будет тип-топ. Нет, к сожалению, пока не получится. Ну что, я просматриваю сейчас героев. Страж руки, в принципе, готов скоро у нас прапаться, если накопим, ну, естественно, карточки. Стервятник 69. То есть нам нужно всего лишь 11, да? Карточек на него найти. Кто еще тут близок? Ну, в принципе, Пира недалеко. Локи. Так, штурмовик АИМ. Кстати, мы можем его прямо сейчас, по-моему, найти. Он у нас где-то есть. Где-то мы можем его добывать. Или я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Именно вот здесь мы его сейчас и вытянем. Тратим капсулы и... Надеюсь, выпадет. Да, выпадает. Сразу ему тоже повышаем ранг. Так, у него третья звезда. Неплохо. Неплохо, друзья мои. Так, ну что, теперь вроде бы и все. Так, а что я Тору что-то не докачал? Ага, бросок молота. 30% к урону по основной цели и 20% к урону по дополнительным целям. Отлично, ребята. Прокачал. Смотрим дальше, вроде бы и все, да? Жаба, совсем чуть-чуть не хватает, в принципе. И Капитану Марвел тоже мне нужно, ребята, немножко. Всего лишь там 29 карточек. Все как-то вот рядышком. А в то же время тяжело они находятся. Тут еще этот пузырь. Ну, пузырь мне, честно говоря, не особо понравился. Какой-то сумоист, елки-палки. Причем такой неуклюжий. Все-таки друг его жаба лучше. Мне вот показалось, что он лучше. Он отравляет, и он пошустрее. Так, ну что, сделаем с тобой сразу вклад на горяченькую, да, пока. Забираем. Так, и здесь тоже забираем. Выиграть два боя, пройти два испытания. Давай еще испытание с тобой быстренько пробежимся. Так, раз, два, три. И здесь то же самое. Ну. Раз. Что-то как-то немножко подтормаживает капельку. Продумывает там что-то непонятно что. Забираем. Так, участвовать в двух налетах и на арене. Ну, начнем, наверное, с тобой с арены. Начнем с арены, посмотрим, кого мне здесь дадут. Будьте добры, дайте мне нормальных персонажей. Они, как вы обычно тут ставите против меня. Угу, по ходу дела, ничего хорошего они мне не дадут. Да? Ничего хорошего. Дают там, конечно, у кого 150 тысяч. Вон, 159 вижу, 208 тысяч. Ну что, придется вот с этим тогда драться. Ну, блин, Кейдж этот... Росомаха, Пунишер, это, ребят, стандартная команда, если кто не знает, это чисто вот для арены. Блин. Давай, наверное, возьмем Королевского Стража, он будет, по крайней мере, да-да-да, именно синхронизироваться вместе с моей девчонкой. Ой, тихо, куда ты, Минерва? А, подожди-ка, мы с тобой, наверное, возьмем лучше Росомаху. Так, и кто у нас тут? Ну все, в принципе, вот такую команду мы с тобой, наверное, оставим. Поехали. Ну что, друзья, понеслась. Так, у них, кстати, планируемое техобслуживание будет в 9 часов, да, сегодня. Окей. Так, ну что, для начала, я думаю, нам нужно именно Кейджа бомбануть.
С него, пожалуй, и приступим. Ой-ой-ой, крепкий чувак. Ничего не могу сказать. Так, этот Человек-паук достал уже. Мы продолжаем его бомбить, потому что он в любом случае встанет в провокацию, поверь мне. Но еще при этом он будет отхиливаться. Это как пить дать. Так, палач неплохо, кстати, сейчас отгреб. Слушай, я не знаю, может быть, нам сделать отравление по всем. Или не будем, не, пока не будем. Пока не стоит этого делать. Бомбим, пока будем бомбить его. Он сейчас встанет, поверь мне, в провокацию. Все дела, давай ускоримся маленечко. Давай ускоримся маленечко и... Ай-яй-яй, только половину хп отнял. Вот, началось, началось у него. Подожди, мне невыгодно брать стражу в провокацию. Нифига себе! Родные, вы не припухлили случайно, а? Утворяет они что? Ну-ка, давай. Блин, там чуть-чуть. У него еще, кстати, ребята... Он избежать смерти может, понимаешь? Давай вот так сделаем. Так, вот теперь я его добью. Сейчас я его добью, ребят. Если успеем, конечно же. Все. Кейдж упал. А Кейдж это у них основное, ребята. В этой команде Кейдж это основа. Теперь я, пожалуй... Так, палача, наверное, буду убирать. Минус палач. Сейчас мы, ребята, рисанем обратно с вами кроссика нашего, кроссбонса. А, у нас же еще вот что, стража подбили. Плохо. Тогда берем провокацию. Берем провокацию. У нас есть, ребята, избежение смерти. И уничтожаем дрожь. Отлично. Ну что, остается у нас Спайдермен и Росомаха. Давай, наверное, начнем вот так вот. Начнем со Спайдермена. Вот он, конечно, что он жук хитрый, это да, тут не поспоришь. Он, уклонение у него, конечно. Но нормуль. Прописали ему, кстати, неплохо довольно-таки. Ну что, Росомаха тут остается одна, естественно, друзья мои. Мы его сейчас просто порвем. Просто порвем просто-напросто. Конечно, не так легко, как вы думаете, но тем не менее он здесь проиграет. Причем у меня кросс до сих пор стоит под защитой от смерти. Под защитой от смерти. Так, давай. Дэдпульчик что-то как-то немножко не так сделал. Но давай еще возьмем провокацию. Вот так вот. Ну все, Росомахе конец, ребят. Отлично. Два боя мы с вами проведем на арене. Правда, сейчас будет у нас промежуток с вами в 10 минут. Ну а мы пока с тобой, наверное, сходим и сделаем еще две боевки, но уже не на арене. Уже не на арене, а просто в чемпионе налетов. Вот здесь вот. Так, самая опасная женщина. Выиграй осколки Гаморы. Ну что ж, неплохо. Давай. Так, по наградам есть посмотреть, ребята. Ну, в принципе, неплохо. Ну, осколки Гаморы, как тебе сказать, они, в принципе, и нужны, и не нужны. Я бы, конечно, кого-нибудь другого предпочел бы персонажа прокачивать. Хотя Гамора со своими вот этими вот крит уроном, который она делает, да? У нее же этот мечик-то нехило бомбит. Ну, не знаю, ребят, я ее периодически беру, но сказать, что она имба, я не могу. Так, ну что, давай-ка мы с тобой начнем, наверное, знаешь, с кого? С Кейджа. В первую очередь нужно всегда его убирать. Это основа вот всех команд у них. Это основа, поэтому нам в наших интересах его как можно быстрее бомбануть. Кровотечение повесили, уже хорошо. Продолжаем бомбить. Чем меньше мы ему оставим здоровья, тем лучше для нас. Кстати, здесь не обязательно бомбиться в рукопашку, ребят, потому что здесь противник слабый довольно-таки. Здесь можно даже сделать легко и просто. Просто выставляешь автобой, и как в черепашках ниндзя, они сами будут бомбить. И поверь мне, они справятся здесь. Причем довольно легко. Пока, Спайдермен. Нет, ладно, давайте сами поиграем лучше. Так будет быстрее. Как я люблю кросса вот за этот удар. Вообще обожаю массовые удары, вот эти вот атаки. Ну что, Грут, все? Да, ребята, мы прошли с вами. Довольно легкая победа, на самом деле.
И сейчас мы можем забрать с вами реворд и еще сделать один бой. Это обязательно нужно, потому что мы с вами выполняем ежедневные задания. Отлично. Поехали, сразу же еще один бой залепим. И потом пойдем уже проходить седьмую миссию. Там будет сколько там, минут, наверное, 6-7. И мы еще сделаем с вами один бой на ареночке. То есть два боя нужно нам сделать с вами на арене. Так, ну что, давай, где-то там. Циклоп такой, тих, лучо бомбит. Ну что же, опять у нас тут Кейдж. Естественно, всегда начинаем с него. Нет, ну тут, у него, видишь, команда более-менее усиленная. Тут есть Кейдж, тут есть Кросс. То есть, ну, если брать по степени, как сказать тебе, крутости, мне кажется, Кейдж идет на первом месте. Потому что он делает отхил, он делает на себе защиту. Он там что только на себя не бафает. Ну, видишь, Кросс все-таки успел взять инициативу в свои руки и повесил на себя провокацию. Ну, еще раз повторю, ребят, эти персонажи слабенькие, мы их разберем на изи, всех. Разберем, да, хорош, оглушили, да? Ай-яй-яй, из-под тяжка в спину. Ну что, ты посмотри, а? Ладно, если так... Блин, этот Кросс не дает, ребят. Давай взрыв делаем. Угу, отлично, остается только у них Электро и Пунишер. Ну, Пунишера я сейчас бомбану, это однозначно. Что ж такое-то, выжил как-то? Умудрился выжить, понимаешь? Сейчас я его добью. Электро, как всегда, в скрытность ушла. Ну что, палача как будто здесь и не было. И Человек-паук у нас будет следующим. Давай просто... Вот, уклонение, ну конечно же. Паучье чутье его на этом, да? Ну давай, поехали. Ай, контратака есть у нас? Что-то я не понял, почему-то он контратаку не врубил. Ну что, Электро, все, тебе крышка, ты в курсе? Отлично, ребят. Ну, два боя, которых нам нужно было сделать, мы сделали. То есть, соответственно, мы с вами забираем награду, реворд. Ну и пойдем уже на прохождение основной кампании. И наградочность. Так, ага, отлично. Я обычно, ребята, трачу всю энергию. Всю энергию вот на этих боях. Там и реворд, как говорится, сладкий, да? И деньги там зарабатываешь. В общем, все, что нужно. Так, ну что, нам остается еще один бой на арене. Это мы с вами сделаем позже. А сейчас, ох, ё-мо, достижение даже 3 штуки. Ничего себе. Потратить 125 миллионов золота. Нифига себе. Так, что там? Собрать 20 персонажей типа мистик. Ага. И поднять ранг персонажей 150 раз. Не кисло, я тебе скажу. Так, что у нас там с событий? Что они хотят мне показать здесь? Открыть второй удар. Воу, тихо. Что это у нас тут? Так, солидно. Такие штучки я люблю на самом деле. Так, а здесь что мы заработали? Понял. То есть мы с вами, наверное, накопили на парочку сфер. Я прав? Я прав. Вон тут 900, тут... Оу. Сейчас глянем. Ничего себе, тут наград-то мы назарабатывали. Когда это я все умудрился наделать-то? Отлично. Так. Я железный человек. Я, по-моему, ребят, не могу здесь пройти дальше. Знаешь почему? Потому что мне требуется 4 агента щита с 5 звездами. По идее, надо их качать. Но вот что-то все никак руки, ребят, не доходят. У меня их прокачать. Бонус. Агенты общий сбор. Ньют, они в золоте. Окей. Так, ну я говорил, что сферы мы с вами получим. 4 штуки. Давай посмотрим только, какие здесь. Где? Ох ты, синяя праздничная сфера. А, ну здесь различные синие снаряжения. Я-то думал, что здесь будет что-нибудь посерьезнее. Хотя, в принципе, неплохо, ребят, неплохо. Синий, ладно, бог с ним, пригодится. Так, давай смотреть дальше. У нас еще 4 сферы. Это где же? Это что же у нас тут откроется-то? Покажите, пожалуйста. Оу, сферы за это. Кстати, неплохие сферы. Давайте глядеть, что нам здесь выпадет из них. Ага, щита солдат нам выпал. Так, дальше что? Воу, красотуля. Так, не хватает мне... Ну, в принципе, не хватает всего лишь 24 карточки, ребят.
Дальше кто? Зверь. Так, отлично, давай далее. Сокол, ой, не сокол, как тебе? А, нет, сокол, сокол, ребят, сокол. 10 карточек. И все, да, получается. Так, давай сюда зайдем. Тут у нас, а, ну две сферы. Это у нас со снаряжением. Нет, это даже не снаряжение, а как они правильно называются-то? Катализаторы, да? Вот так вот получить. Теперь здесь две. Опять же у нас тут снаряжение, да? Синее. Мне бы, конечно, редкое бы какое-нибудь снаряжение. Синее это понятно все. Так, здесь я ничего не могу забрать. Здесь 1360. Соответственно, я могу, ребята, что-нибудь прикупить себе. Так, ну что, например, мантис. Мантис, как-то я не знаю. Может быть, носорога. О, носорога будем с вами прокачивать. Там совсем немножко осталось, чтобы его повысить по уровню. Так, а что у нас с Кейджем? Так себе. Королевский страж Кри. Вот его надо приобрести мне. 460, да? Ну все, больше мне ни на что не хватит. Абсолютно. Существо. Все, ребят. Ну что? Ёлки-палки, я перейду или нет? Забираем. Забираем. Все, да? Да ё-моё, что опять? А, еще лиловое снаряжение. Лиловая сфера катализаторов. Все, надеюсь, все на этом, да? Больше ничего здесь не появится. Все, хорошо. Ну что, мы идем с вами на компанию. Где у нас компания? Вот она. И команда героев, команда злых. Да, нам нужна команда героев. И вот, ребята, у Ника Фьюри есть важные новости для удара. Но его команде нужно отбить нападение сил Ультимуса на Нью-Йорк. Поехали. Продолжайте нападение, ученики. Этот остров должен принадлежать Руке и Ультимусу. Эй, сорвиголова, ты знаешь этих горе-мечников лучше меня? Они же рано или поздно заскучают и разойдутся по домам, да? Рука уже несколько дней держит адскую кухню в осаде, так что сомневаюсь. Знаешь, я люблю Нью-Йорк, но иногда здесь бывает очень сложно оставаться оптимистом. Я не оптимист, но если нам срочно не вышлют запрошенное подкрепление, то мой пессимизм покажется оптимизмом. Кавалерию вызывали? Удар прибыл. Сорви голова, давай покончим с этим. Так, только герои. Только герои. Ё-моё, а я кого-нибудь... Да ладно, серьезно что ли? Ёлки ты палки. Ну ладно, не знаю, ребята, смогу ли я справиться вот такой командой. Но у них идет полная синергия, так что, думаю, должны. Все-таки они не такие ватные, хотя надо было их подкачивать периодически. Ник Фьюри, когда нам поручили захватить Манхэттен, я и представить не мог, что мне выпадет шанс разделаться с главой удара. Нобу, я не сомневаюсь, что меня когда-нибудь кто-нибудь достанет. Но поверь мне, это будешь не ты. Так, приступим. Опа. Вот так это для начала, друзья мои. И сейчас посмотрим, насколько они сильны. Так, сделаем 170%, да? Давай сделаем. Слушай, ну вражина-то здесь крепкий, если честно. Вражина здесь очень крепкий. А ну-ка давай. Отлично. О, нет, нет, нет. Ослабили нас, еще и кровотечение повесили, блин. Так, а сможем ли... Фьюри, ты че такой ватный-то, эй? Ты завязывай давай. Что они там... Блин, Фьюри, по-моему, сейчас упадет, ребят. Так, мы хотя бы одного уничтожили. Это плюс. Так, отхил. Погнали. Как они блокируют, а? Блин, ты прыщ, ты... Ой, по-моему, ребята, мы тут с вами сдулись. На самом деле, я думал, что у нас здесь будет все четенько, но... По ходу дела, я не смогу здесь пройти, да? Этот эпизод. А знаешь, почему не могу пройти? Потому что нужно прокачиваться.
друзья мои. Да. В общем, мне сюда еще рановато, к сожалению. Ладно, в любом случае у нас есть во что поиграть. В общем, ребята, я просто не ожидал, что здесь будет настолько все круто и сложно. И тем более мне дали таких персонажей. Ника Фьюри у меня вообще нету. А здесь он почему-то ватный. Мне дают его, да, как бы по умолчанию. Он здесь ватный. Хорошо, тогда мы пойдем с тобой, знаешь, куда-нибудь. Вот можем в Nexus заглянуть. Хочешь в Nexus заглянуть, а? Я вот лично очень хочу. Давай, наверное, посмотрим. В бой. Войска Ультимуса охотятся за нами. Нужно затаиться. Наташа, собери свою команду и заляг на дно. Обходим патрули Ультимуса и собираемся в назначенном месте. А что с захватом города по всему миру? И если нас поймают, мы бесполезны. Ты мне это сказала. Но миллионы людей будут осквернены, если мы их не защитим. Мы должны признать, что Ультимус захватил Землю. И должны разработать план, чтобы ее вернуть. Ага. Так, ну что, иди отсюда. Дай мне моего королевского стража. Так, ну что, погнали, друзья мои, да? Погнали. Так, Электро, это будет твой последний бой. Ты должен гордиться, что умрешь от моей руки. Да? Ты так уверена? Прибавка к шкале скорости. Слушай, ну, судя по здоровью, ребят, я их сейчас разберу с полтыка. С полтычка, по идее, должен. Воу, Электро, хорош, хорош. Все на Дэдпула лезет, а? Неравнодушна она к нему. Да, я немножко ускорюсь, наверное. Так, ну что, давай, наверное, с тобой добьем все-таки охранника АИ. Ах, выжил? Он выжил? Да что ж ты будешь делать? А так? Пока, роднуля. Так, дальше Электро я не могу, да? Она в скрытности. Ну, давай тогда убийцу руки АИ. Она уворотливая, да, тут не поспоришь. Хорошо, я сейчас прилетела. А давай еще разок. Смачно. Смотри, что делает, а. Пока, красоточка. Так, ну что же, давай, наверное. Так, а тут, о, врагов еще много. Поэтому придержим с вами ульту. Давай лучше провокацию возьмем, да. Так, тихо. Тихо, тихо, не буяним. Отлично, ушатал. Так, штурмовик АИМ. Штурмовик. Пока, штурмовик. Ну что, Электро, ты допрыгалась? Что ты там говорила? Кто там будет радоваться? От чьей руки? Еще раз можешь прошептать на ушко? Я что-то плохо расслышал просто. Я так и понял. Ну что, еще одна команда. Вот здесь, ребята. Я сейчас применю свою суператаку. Обязательно. А может быть, даже и не успеем воспользоваться ей. Ну что? Так, страшно. Ну давай возьмем провокацию, фиксим, так уж и быть. Поехали. Бабах, ё-моё. Ну что, Электро, ты опять тут, да, я смотрю? Появилась. Скрытность ушла, а? Вот гадюка мелкая. Тихо, не надо, не надо, ученый, вот этого вот делать. Массовые свои хилы ты оставь куда-нибудь другому. Так, исследовательница, ну-ка. Эть. А вот так если? Смотри, как живучая, а? Это все не угомонится, все прыгает здесь, как сайгак. По-моему, ребят, пора проучить ее. По-моему, пора проучить. И сделает это у нас наша снайперша. Эть! Красиво. Красиво получилось. Зимний солдат. Подкрепление Ультимуса на подходе. Мы не сможем долго их удерживать. В тоннеле, быстро! А че мы как эти, как шалупени-то в тоннеле побежали? Слушай, ну неплохо, неплохо. Так, друзья мои, давайте переходить к следующему бою. Сколько вообще здесь у нас эпизодов? Хотелось бы посмотреть. Здесь у нас... О, 9 эпизодов у нас здесь, да? Точнее, 9 миссий, а эпизодов еще осталось 4. Ну что, пойдем в Nexus 6.6. Че ты молчишь? Так и должно быть. А где... Странно, да? Диалогов не было.
промолчали, что-то постояли. Бежать некуда, вы окружены. Сдавайтесь Ультимусу или умрите. Похоже, выбора нет. Пора принять последний бой. Какой же это... Ух ты, 21 враг будет здесь. А не слишком ли многовато? Так, тихо, не надо. Че он там, провокацию, да, взял? Он взял провокацию. Ну что же, королевского стража нужно сносить. Погоди-ка, а что это у нас так у Дэдпула со здоровьем-то? Совсем кисло. Ну-ка, провокацию бери, Росик. Так, ну неплохо, неплохо. Мне нужно дожить. Нет, до массовой атаки мы не будем, ребята, пока с вами стараться. Давай, королевского стража уберем отсюда. Так, лечит. Ага, подлечился, все, молодец, красавчик. Но Нобу, надо его сносить. Предводитель клана Руки. Ать, кровотечение повесил, по крайней мере. Добьем? Ах, ты смотри, ты видел, как он вернулся? Блин, молодец, красавчик. Ну что же, шмоньки, пора с вами заканчивать. Ну что ты там, убийца бедная там. Ничего себе, прям впритык, она уклонилась. Молодец. На, лети, пташка. Так, следующая партия. Ё-моё, ниндзи, так, тут у нас... Слушай, ну Халка-то нам, наверное, не пробить. Или пробить? Нет, не пробить. Так, давай бомбить его. Сейчас он стопудово возьмет провокацию на себя. Ну, естественно, естественно. Кто бы в этом сомневался. О, парень, да тебе крышки, ты в курсе? Так, а у него защита от смерти. Это плохо. Да, оказался Халк ватненьким. А теперь вот так зарядим. Ё-моё, что делает у меня Кросс? Кросс просто Кросс. Что, Нобу? Не ожидал, да? Так, еще 8 противников. Тор. Блин, эти двойники, они достали. Надо нам, наверное, Халка. Халка, конечно же, убирать отсюда с поля боя. Нифига там, Дэдпул у меня разгулялся. Халк, иди отсюда, я тебе говорю. Кровотечение стоит, да? И... На страже. На страже стоит. Так, давай дальше расстреляем его. Кросс. Делаем провокацию с тобой. А Нобу там вызывает, да? Вызвал, да, вспомогаловку, я понял. Так, секунду. Опа! В невидимку, да, их всех. В укрытие, блин, это плохо. Это плохо, на самом деле. Ничего себе. Они могут атаковать в невидимости. Вот это для меня новость какая-то. Да ты достал уже, Халк. Блин, что делать будем? Бомбить, что делать будем? Достал уже в корень, а? Ну-ка. Блин, Кросс, ты не мог его пробить, а? Что с тобой не так? Давай, ну-ка. Во-во-во-во, Дэдпул, молодец, красавчик. А у него защита, все, защиты нет у него от смерти, поэтому сейчас мы его добьем. Бинго. Так, у меня у Кросса мало здоровья. Давай, наверное, на страже возьмем провокацию. Так, поехали. Тора, да? Как бы хотелось бы Тора нам уничтожить, но... Кто-то, по-моему, взял провокацию, нет? Нет. Поехали. Вот живучий гаденыш, а? Секунду. Я все равно не отстану. Давай-ка вот этого убьем. Отлично. И вот этого тоже, громилу. А вот теперь... Не, вон того тоже сейчас, стража руки. Почикай маленько. Так, а вот теперь я... Оу! Оглушил? Нет, не оглушил. Нет, оглушил. Стража оглушил мне, а? Паршивец. Опять в невидимость ушел, а? Так, мы с этим будем с вами заканчивать. Кровопотеря. Будем того... А, вскрытность. Ну, придется этого убивать. Остальные все пока вскрытности. Мы их не видим. Оу. Ничего себе, ты достал Нобу. Призвал опять вспомогаловку себе, я смотрю. Сейчас будем с вами разбираться с этими, со всеми чушками. Так, давай.
Ну что, у нас там Нобу остался, да? И давай-ка мы вот так вот сделаем. А кровотечение не повесили. Плохо. Минус Тор. Иди сюда, парень. Нет, нам надо Нобу валить. Потому что Нобу может призвать, этот фиг там сделает. Ничего он не сделает. Погнали. Так. Что у него там со здоровьем? Совсем плохо, да? Кто это возрождение сделал? Ничего себе, ты совсем что ли припухла? Разыграли партию на двоих. Нормуль. Ну все, Нобу, давай, сдавайся. Ты думаешь, ты не видим, что ли? Да ты же видим. Я же тебя вижу. Отлично получилось. Это последнее. Нужно перегруппироваться назад к Квиджету. А Квиджет — это у них, по-моему, летательный транспорт их, который доставляет. Ну что же, на 3 звезды я считаю, что это неплохо. Давайте смотреть дальше. У нас Nexus 6-7. Поехали. Я не вижу, ребята, где диалоги? Почему диалогов нету? В чем проблема? Что с игрой? Видимо, ребята, в 9 часов будет исправление что-то. Потому что по Москве у них было написано. Соединенные Штаты — это город, в котором родился Питер. Это значимый для Земли город. Некоторые так считают. Да, смотрите, что-то с игрой не то. Очень интересно. Надеюсь, они это все исправят. Ребят, я не знаю, мы, наверное, с вами сделаем последний бой. Потому что, ну, как-то немножко стремновато играть, когда ты не понимаешь, о чем речь. Диалогов нету, герои не прогружаются. Очень странно. Вот поэтому они и хотят сделать профилактику в игре, судя по всему. Так, ладно, сделаем с вами последний бой. Потом еще на арене с вами доделаем, да, последнюю драку. И будем, наверное, закругляться. Так, Дрожь у нас тут говорит: этот район во власти Ультимуса. Сдавайтесь, пока живы. Опять нам какие-то угрозы. Всего лишь 10 врагов будет. Ну, понеслись. Давайте начнем с Дрожжи. Так. Ать, в ответочку получил. Ух, хорошо, хорошо. Дэдпульчик работает. Шикарно. Почти уничтожил эту Дрожь. Давай-ка вот так вот сделаем. Вау. Ртуть. Ты бич. Молодец. Усиление защиты. Нанокри, все как полагается. Так, а это кто у нас такой? Усилитель Альтрона. Неужели тут будет Альтрон? Как ты думаешь, будет он или нет? Даже если будет, я думаю, мы его разберем. Ой-ой-ой, вспомогаловки-то тут навызывали. Так, Кросс, по-моему, без тебя мне тут не обойтись. Ты как, готов там, созрел у меня или нет? На суператаку. Подожди. Да что ж ты будешь делать-то? Упади! Гаденыш, вот этот вот мне не нравится. Давай-ка вот так сделаем. Почистили маленечко ряды. Ну что? Погнали? Выжили еще. Как они умудрились выжить-то? Эй! Аглоеды, охламоны. Так, давай-ка мы вот этого железного кулака надо нам уничтожить. Смотри, выстоял, а? Как он выжил? Хе-хе-хе. Ну что ты там прячешься? Типа я тебя не вижу, что стоит и пригнулся. Спайдермен, как всегда, со своим уклонением, с этим, он меня раздражает. Видите, ребята, планируемый техобслуживание 21.00. Значит, действительно, с игрой какие-то баги. Может, давно не делали профилактику, поэтому вот такая вот фигня сейчас происходит в ней. Думаю, я знаю способ уберечь этот район от порчи Ультимуса. Но нам нужно связаться с Капитаном Америка. Вот даже как. Оки-доки, на 3 звездочки, как с куста, ребята, и это мне нравится. Ну что, пойдемте тогда с вами на ареночку, сделаем последний бой, который нам нужен для выполнения всех ежедневных заданий. Так, что у нас тут? Что-то у нас тут с вами созрело. Ну-ка посмотрим. Угу. Понял. Все, больше ничего нету. Больше ничего нету. Так, где у нас аренушка? Ну-ка. Давай посмотрим. Ну, можно попытаться вот этого, но здесь Кросс. Ой, нет. Давай-ка что-нибудь другое. Вот.
Ну тут Халк. Блин, все равно сильнее, чем я. Ну давай смотреть дальше. 55 тысяч у Грута. Я манал. Это ж... Сколько надо там было, не знаю, тренироваться. Ладно, давайте попробуем вот эту вот командочку разобрать. Не знаю, получится, не получится. Они все равно как бы по силе, по здоровью, по мощам они меня сильнее. Не знаю, почему он в этом ранге находится. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Так, приступим. Ну, естественно, нам в первую очередь нужно уничтожать здесь Халка. Это единственный здесь провокатор, который есть. Блин, ну мы сейчас на него столько сил потратим. На его разбор, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, минировочка. Ты смотри, у тебя очень со здоровьем-то плоховато. Давай-ка так сделаем, наверное. Так, кровотечение поставили. Берем провокацию на кросса. И бомбим. Носорог еще тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что делаешь, носорог? Ты офонарил, что ли? Вообще я не понял. Блин, кросс сейчас погибнет. Ё-парасоте, что за фигня? Естественно, ребят. На 53 тысячи звездануло. Возвращаем кросса. Блин, тут провокацию свою взял. Фиг пробьешь его, блин, этого аглоеда. Что, 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 что? Что-то там. Блин. Да ладно, снес что ли? Нет, не снес. Блин, страж держится молодцом, конечно. Я ничего не могу сказать, ребят. А у нас все пока целы или... Подожди, кого-то мы потеряли с вами? А, Росомаху уничтожили, да? А чё, этот носорог тоже может провокацию? Я не знал, что он провокатор. Ё-моё, ну-ка убираем его отсюда нафиг. Халк, я вернулся, я сейчас по твою душу. Ну-ка. Ага, ага, ага. Что, 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 в гнев впал. Добиваем, ребята, у него защита от смерти. Отлично. Теперь регенерацию вешаем на себя. Так, Дэдпул. Пора счеты сводить. Фух. Ребят, я выкрутился все-таки. Я выкрутился здесь. И слава богу, провокацию. Конечно же, у нас защита от смерти есть. Так что мы с вами здесь поживем еще и станцуем. Ну что, Росомаха, все? Песенка-то спета твоя. Да, друзья мои, отличный результат на аренушке. Для меня, конечно, это была новость, что носорог может брать провокацию. Я думал, что он просто вот атакует с разбегу, да. Но, оказывается, я был неправ. Ну что, друзья мои, в принципе, неплохо сегодня получилось. Я, конечно, думал, что мы с вами сможем... Забираем это все. Сможем начать проходить миссию основную, да, за героев. Но, как видите, я еще пока слабоват. Нужно прокачивать Кейджа, в общем, всех этих ребят, которых я... В принципе, и не качал. Что у нас тут под персонажем? Что они показывают мне? Видите, вот, ребята, максимальные. И вот тут максимальные. Как это назвать? Максимальный уровень, не уровень. Так, вот нам... Вот, на Минерву не могу найти, ребята. Вот это вот... Кстати, подожди-ка, Ронан Обвинитель. Ну-ка, дай-ка я найду на него три карточки все нужно найти, чтобы я его смог поднять по уровню. Где-то он тут у меня... А, его у меня нету? А почему я думал, что я его могу найти в свободном доступе? Почему-то дезинформация такая. Так, Кейдж. Давай мы тебе прокачаем неуязвимый. Пока есть такая возможность. Окей. Так, и все, да, вроде бы? Нет, ну тут можно еще качать, качать и качать. Но это уже, ребят, не к спеху, так скажем, да? Не к спеху. В общем, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.